Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Побывав в Питере аж на целых двух выставках, посвященных 40-летию Ленинградского рок-клуба, я параллельно узнал и о тех музыкантах, рок-музыкантах, которые пострадали от советской власти за свою музыку или за другие действия, связанные с рок-музыкой. Их было немного, но все же они были. Поэтому я решил написать об этом песню, в которой главный герой, конечно же, вымышленный персонаж, но тем не менее у него есть живые прототипы. Песню я назвал «Да, не все зависит от нас». Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы всегда услышите новые рок-песни, увидите отчеты рецензий о рок-концертах и всегда узнаете что-нибудь интересное из мира русской рок-музыки.